Итак, ребятулики, все приветики, с вами Камарачи, на видосике, как всегда, 20 лайков, и мы снимаем новую серию. И в этой серии я очень хочу половить линя. Я понимаю, что мы сейчас близимся к вечеру, и у нас ветер штиль, и, возможно, мы ничего не сможем поймать. Но надо успеть, кидаем в рясочку вот сюда, рядышком. Я думаю, все будет у нас чики-пуки, и все мы поймаем. Линь. Очень интересная рыба, по сути дела, хочу вам сказать. И забыл настроить катушки. И своеобразная. Ловил я ее здесь. Пробовал вне видео, но тяжело. Скажу тяжело. У меня снасти очень легкие. Такие, то есть начальные, да, у меня спиннинги. С ними тяжело ловить эту рыбу. Но во всяком случае... Пробовать я всегда пробую и хочу на видео показать вам, где можно, в принципе, его ловить и на данный момент, где можно ловить. В группе вы тоже в ВК можно, где клюет, можете посмотреть и, естественно, тоже прийти сюда и половить. Выходите сразу, садитесь на это место и кидаете в ряску, непосредственно в ряску и ждете поклевочки. Все вот так вот, снасти все закинуты и теперь ждем. Ждем поклевки. Линь клюет, как всегда, на сырный кубик, то есть ничего такого сверхъестественного придумывать не нужно. И можно его здесь спокойненько ловить. И на строге у нас очень частенько идет дождь, и также очень частенько поднимается ветер. Что меня, в принципе, не сильно радует, потому что, к примеру, ветер, место есть очень хорошее, где клюет офигенно плотва здесь и клюет офигенно лещ. Там вообще должна на этом месте клевать и густера, но густеру я не могу никак выловить. По одной простой причине, возможно, потому что у меня нету наживки ваниль, и у меня нету волосяной оснастки, я не могу ее использовать. И может у меня там еще какие-то есть причины, я не знаю, почему я там густеру не могу выловить. Но с наживки с традиционной, где червяк, мотыль, у меня она не ловится. Поэтому... приходится ловить лещиков, иногда карпик клюет, и все на вот эти вот спиннинги. Надо уже переходить, ребята, на астерию, но, боже мой, как вы себе не представляете, вот так могу делать, опа, опа, что за рыбка, плотва. Ну, плотвичка тоже бывает, иногда заходит сюда. О, вот это вот, скорее всего, оно. Ой, это я прям сильно взял, сильно очень я взял. Забыл, что я ловлю на другом месте. Я привык на густере, там надо кидать нормально. Линия-то рыба такая, она пипец. Она утягивает просто на раз-два. И тянет она, особенно если большой линь. Вот он, линечек первый. То он прям вообще удочку тянет хорошо. Леска крутится со шпули. Клев идет, все идет и тяжело. Но сейчас еще, скорее всего, из-за дождя, вот поклевки такие, то есть они практически не клюют. А так, естественно, в основном всегда крутяк. По поклевкам всегда все четко. Жалко только, что дождик немножко мешает. Я на астерии, наверное, буду копить, не знаю, до пенсии, как минимум, потому что вот... Герману интересно что-то вот крутое, да, вот закупить, смотрите, да, вот у меня вот поплавки, там набор грузик, всякая срань, вот отвечаю, смотрите, сколько поводков, сколько всякой фигни, я вот это вот покупаю, зачем вот они мне, скажите, вот зачем, да, вот тут это вот у меня все, ну это я уже, вот квасика можно усануть в дождик, круто. Зачем, да, вот мне, по сути дела, копи ты на астерии спокойно и копи. Зачем тебе там ходить линя, искать там густеру по другим местам? Сядь ты на карася тупо и долби в тупую карася и лови ты карася. Нет же ж, надо интереснее ловить когда. Когда по разным местам разную рыбу в поиске. Вот это вот круто. А так это все хрень, не хочется, да? Ну вот и поэтому так и получается. О, это хорошо. Только ничего не клюнуло.
И так получается, что я, скорее всего, буду копить очень долго, потому что 400 серебра я просрал на прокачку создания сырного кубика. Потом понял, что его можно купить только на коре, а коре у нас открывается, дай бог, с 16 разряда. А до него еще надо докачаться, поэтому как бы Герман нерационально использовал денежные средства, вообще много что нерационально использовал, но по крайней мере у меня теперь прокачаны так навыки добыча наживок до 35%, червяки по фулке, то есть как бы до сырных кубиков. Но надо качать, насколько я знаю, до где тут? Гороховая каша. Вот до гороховой каши надо, или я уже прокачал. Вот, гороховая каша. То есть надо до нее 40%. То есть еще 5% надо добивать. О, вот это поклевочка. Я просто не слышу, как льет, ребят. Вы меня простите. Я когда делаю звук, чтобы вам было слышно, я совершенно не слышу, как льет. Вот, линек. Отличненько, отличненько. Это хороший экземплярчик. Это хороший. Главное вот до ночи успеть половить, потому что если мы до ночи с вами не наловим рыбки, все, ночью линь не клюет. По крайней мере, у меня люди в чате таскают. Может быть, надо менять наживку, может быть, надо что-то делать, что-то другое, но у меня линь ночью не клюет. Не знаю, почему он не хочет брать. Что-то я не спорю, что я что-то делаю не так, потому что я такой обыватель. Я не профессионал в этой рыбалке. О, вот это тоже хороший экземпляр. Килограммчик, думаю, должен быть. Да, вот есть. Я простой как бы обыватель, я пока не профессионал, мало что знаю, не знаю кучи различных деталей. Я наконец-таки начинаю приспосабливаться к игре, хоть пользуюсь уже шпулей. Немножко уже кидаю, то есть на дальние расстояния. Ну, на дальний как там, 20 метров там могу вот закинуть, насколько позволяет мне вот спиннингем, к примеру. И я уже понимаю, что, к примеру, если я там поставлю 17 метров дальности, потом там 19, 23, я уже немножечко просканирую, на какой получается дальности от берега. Ого, нифига себе. На какой дальности от берега у меня стоит рыба. Та или иная, то есть которую я ловлю. Вот я, к примеру, ловлю, хожу ловить густеру, да, к примеру. Хопа, густера не клюет у меня. Но у меня клюют лещики. Лещик тоже неплохая рыбка, согласитесь, ее можно половить. Я начинаю подтягивать удочки к той глубине, где лучше клюет. Смотрю, 17 хорошо клюет, да, я к 17. Хоп, подтянул там, хоп, потянул шпулю, подкрутил, все четко. И начинаю ловить непосредственно эту рыбу. И все. И мне вот нравятся такие действия, то есть мне нравится такая методика. Я уже начинаю немножечко понимать и соображать. Ну, конечно, я вот немного ограничен, во-первых, в наживках, потому что у меня деньги, да, вот я не могу себе позволить, я не могу прийти и такой, ага, вот наживка у меня, сейчас я накуплю себе наживки. И все. Есть наживка такая, которая она дороговата для меня на данный момент. Та же самая ваниль. По навыкам тоже я немножечко ограничен. О, хорошая, хорошая рыбка пошла. Если бы не было вот этих всех ограничений, было бы просто великолепно. Кстати, кто досмотрит до этого момента, немножечко разочарую вас. Со стримами, походу, нет. Походу, нет. Я вот сейчас вот на ноутбуке, получается, снимаю. Во-первых, мне немножечко обломали с интернетом. Сказали, что интернета у меня не будет, потому что там на тарелке, которая стоит огромная, раздает Wi-Fi полностью на весь наш район, там закончились какие-то сектора. И пока дополнительные там не поставят специальные передатчики, пока секторов не будет. Поэтому ожидаю. Но даже если появится интернет, то я думаю, ноут мой стрим не вытащит. Я, конечно, попробовать попробую, но что-то такого, знаете, легендарного ждать не стоит. И стрим, скорее всего, будет в 720. Вот это максимум. Может быть, даже и меньше сделано, хотя, наверное, меньше нельзя. 720 будет стрим. Поэтому сразу прошу прощения, если вдруг будет стримак и не в 1080, потому что ноут, я сомневаюсь, что он вывезет в более крутом качестве. Ну а потом, естественно, если
все будет хорошо, и каналчик развиваться, и подписчики, и много просмотров, и много лайков, вашей будет огромная поддержка, то, естественно, железо я себе поменяю, и уже будем двигаться немножечко быстрее. Так, ночью, думаю, не будет клевать. Если что-то будет такое интересное, то возобновимся. Итак, поклевочка, ребятки. Поклевочка. Я буду снимать, вот как ночью вот клюнуло, я так и буду снимать. Ну, маленький линчик, но все равно. О, я вот ждал, тут леска опускалась, и в итоге вот доопускалась. Великолепно. Обожаю, когда вот такие вот поклевки, когда прям так утягивают удочку, это уже, вот, да-да-да, это означает, что рыба, в принципе, неплохой экземпляр. Только я не вижу, где она совершенно вообще. А, вот она, все, вижу. Давай. Вообще красиво, ребят, красиво. Даже, видите, с вот этими вот снастями можно ловить. Но если клюнет у вас линь больше 2 килограммов, я вам отвечаю, вы его вытаскивать заколебетесь. Он вас измотает. Я так, когда он клюнул, добежал аж до середины пруда, вот если в ту сторону смотреть, я пробежал где-то, наверное, аж до суда. Вот где-то до суда. И я его все равно в этот отпустил. Ну как отпустил? Он у меня сорвался, сошел. Он у меня там мотал леску, и в итоге я его так и не вытащил. Поэтому смотрите сами, если вы такие же рисковые ребятки, как я, и хотите половить на такие на начальные спиннинги, то в принципе можно без проблем, вот как видите, его ловить, все хорошо. Но если знаете, сядет трофей, вы охренеете. В принципе, я считаю, довольно неплохой улов для начала, то есть как бы, да, оленек. О, мне уже кто-то написал, давайте посмотрим. Так, Улькиора. О, Улькиора, привет, ты попал в видос. Великолепно. Сейчас. Будешь смотреть, Улькиора, то привет тебе. Огромное спасибо, что написал. Ты теперь в видео. Улькиора всем желает ставить лайки, всем передает привет, и поэтому, ребятки, всем лайк поставить, обязательно коммент написать, и, естественно, тоже приветики свои передавайте, добавляйтесь в друзья, будем общаться. Итак, ребятки, что хотелось бы сказать, если вы тут будете вдруг ловить, то обязательно ночью ставьте перловку и ловите на перловку. На перловку можно поймать здесь леща, карасика, поэтому ставьте, и можно плотву также половите. А когда линь ночью не клюет, это офигенно, знаете, как подспорье. Наживочку переменили, все, и ловите другую рыбку. А потом, естественно, и линя. Уже когда вот будет, вот как сейчас 4 утра, начало там 5, уже меняете на линя, на сырный кубик и уже ожидаете. Открывает наше утро первый трофейчик. Линчик на 600 грамм. Отличненько. Сейчас начнется клевик. Сейчас пойдет жара. О, вторая клюнула. Тут линь клюет. Отлично, ребята. Поэтому бежать никуда далеко не надо. Если снасть есть. О, видали? Вы видели? Это вообще, это просто нечто. Вот это килограмм, наверное, кило... 600, кило 700 вот клюнул. А не. Офигеть. А я так вытаскивал где-то туда, в ту степь. Ну ладненько. Улькиора мне там что-то пишет. Извини, друг. Но линь пошел линь. Ну это что-то другое уже, по-моему, летит. Не, тоже линчик. Чем больше зачета, тем больше денег, естественно. Поэтому круто. Еще плюс там на наживку тратишься. На наживку, по-моему, 6 серебра. А выхлоп по деньгам вообще хороший. Но особенно если снасти не начальные, то вообще упускать никого не будет. А там вообще по деньгам будет неплохое. Ребятки, Улькиора предлагает в следующей серии или вот через серию сгонять на реку Белая, если не ошибаюсь. Ну, то есть река она или... Да, река. И половить хариуса на спиннинг. Кто за, пишите в комментариях. Белая, за, плюс, согласен, что угодно. Все, что характеризует реку Белую, можете написать, сказать, что вы тоже только за, чтобы
в новой серии я поснимал эту реку, и мы с вами стартанули на спиннинг, половили Хариуса. Может быть, будет очень интересная продуктивная серия, хотя мы с вами еще не обловили ни полностью комарина, ни вьюнец, ни старый острог. То есть мы даже на дачном пруду не были. Я думаю, когда... То есть на белое это побывать тоже обязательно как бы нужно. Я и сам хочу, это новый опыт, да, и вообще как бы Хариус это круто. А потом, естественно, все пруды, озера, реки исследовать, смотреть, какая рыбка, места и так далее находить. И, естественно, ловить, набираться больше опыта, чтобы уже водоем знать как свои 5 пальцев, чтобы можно было спокойно пойти, знать места, где что можно половить, и садиться спокойно и начинать таскать ту или иную рыбу. Но потом, естественно, ребята, цели будут у нас вообще наполеоновские. Это обязательно закрытие трофеев, получение медалей, также прокачка всех снастей, прокачка добычи наживок. Все будем вкачиваться, будем как must have, как топы. Долго, ребят, не было никаких поклевок. И вот, наконец-таки, что-то... А, блин, короче, сход. Сори, я уже думал, сейчас я вам запишу хороший этот, хороший трофейчик. Сори, значит, ждем. Ну, долго не клюет, не знаю почему, я уже перезабросил 2 раза снасти, но результата пока вообще никакого. Но, надеюсь, как бы дождь, может быть, температура влияет, посмотрим. А вот это, ребятки, достойно вашего внимания, потому что начал линь, смотрите, как со шпули сходит леска. Это вот уже что-то посерьезнее. Вот еще одна клюнула. Это реально уже посерьезнее. Вот даже до красного доходит. Со шпули леска скручивается. Это трофей будет серьезный. Не знаю, сможем ли мы его вытащить, сможем ли мы его поймать. Но во всяком случае пробовать надо. Давайте, наверное, еще добавим 25. 25. Так, оп. Может быть, мы его еще и вытащим. Вот это уже интересный трофей. Мне прям самому нравится. Но натяг. Ох, он скручивает вообще жестко. Жестко скручивает. Его главное, знаете как, поднять с толщи воды. Во. Получилось. А, чуть-чуть получилось, потом опять не получилось. Надо его, короче, измотать, тогда будет полегче. Но у меня не получается, поэтому, короче, ставим снасть. Здесь что у нас? Здесь у нас, по-моему, попроще, или такая же лабуда? Походу такая же лабуда. Вот за что я вам и говорил, ребятки. Вот видите, он сматывает тоже леску со шпули. То есть все вот настолько печально. И вытащить его мы не можем. Вот это вот хреново. Правда, очень хреново. Сейчас буду пробовать его выловить. Нет, со шпули леску забирает. Если только вот так вот бежать за ним и что-то пробовать. Но я в прошлый раз вот так вот бежал, мне этого никакого результата не дало. Может быть, в этот раз что-то и даст, какой-то будет результат. Но, как видите, со шпули леска уходит. Можно добавить еще. Все равно мотает. Добавить еще, все равно сматывает. Нету никакого смысла совершенно, потому что... Вот собака, зараза. Не, ребят, видите, не получается. Не получается, со шпульки все сматывается. Обидно. Прям очень обидно, естественно, хотелось бы вытащить. Но она небольшая, это рыба 2 килограмма где-то примерно, чтобы вы понимали. То есть бегать за рыбой вот так вот в 2 килограмма, это просто, конечно, трэш. И как ее сбросить, я реально не знаю. Поэтому, ребят, как бы, вот такая фигня. Давайте пойдем продадим рыбу и на этом закончим нашу серию, потому что
Смысла ловить так нет. Я не знаю даже, как сбрасывать. Так, вот это уже, походу, сбросилось сама по себе. Наверное. И вытаскивать очень-очень долго ее, вот так вот эту удочку. Невозможно взять. А вот эту вот рыбку, вот которая, вот видите, вот это вот килограмм, вот до килограмма вытаскивается, она спокойно на эти снасти, то есть и опыт она хорошо дает, и по деньгам она тоже хорошо дает. Поэтому я как бы это место рекомендую даже с этими спиннингами. Вот если вы вот так вот потащили, вы не можете вытащить. Я не знаю, возможно, я не прав, нельзя так делать. Но вы ставите его опять на подставку и ловите как бы там одним-двумя спиннингами. И ждете, пока рыба та уйдет. Если она уходит, то есть как бы все четко у вас происходит, опять вот подтягиваете леску назад и забрасывайте снасть, но подтягивать леску долго, вот реально долго, я тогда тоже тащил ее, это было очень долго по времени. Ой, но что поделать, ничего не поделаешь, снасть надо вытаскивать, вот видите, тут реально долговато тащится. Ладно, все, давайте, я не буду задерживать как бы ваше время, поставлю снасть и пойду продавать рыбу. Давайте посмотрим, вот сколько можно, грубо говоря, да, вот за ночь и за полдня, ну, за 12 часов, если можно так выразиться, сколько можно заработать денег. Давайте с кафе зайдем, насколько нам повезет в кафе. В кафе нам совершенно не везет, потому что у нас тут рацион совершенно другой, у нас тут нет линя. Значит, мы идем на рынок, и мы используем только рынок. 41 монета, я считаю, это очень отличный результат. Для новичков, для начального спиннинга это просто великолепно. Кто считает, что это не так, пишите в комментах, если у вас есть предложения по каким-то либо другим местам, где можно заработать больше денег, где проще ловить, где нету такой вот фигни, что приходится там, да, как-то сбрасывать рыбу, пытаться и так далее. Пишите, я выслушаю, проверю эти места. И, естественно, если они будут прикольны, попадут в видео. И, естественно, вставлю ваш комментарий в видео, чтобы люди знали, что это вы посоветовали. И что это действительно отдельная тема, и можно здесь ловить. Ну, а с вами был Акамарачи. Обязательно подписываемся, ставим лайки. И всем до скорых встреч. Пока-пока.